Как заработать на чемпионате мира? Участие среднего и малого бизнеса в подготовке к Мундиалю обсуждают в областной торгово-промышленной палате. Чемпионат привлечет в город большое количество болельщиков и туристов. И самарские предприятия не должны упустить шанс воспользоваться этим, считают участники обсуждений и подсказывают, как это можно сделать. На сегодняшний момент есть определенные условия, есть условия ФИФА, где мы можем участвовать и где нам невозможно там участвовать малому и среднему бизнесу. Как использовать бренд, как использовать продукцию сувенирную и так далее, тому подобное. Поэтому мы сейчас как раз пригласили специалистов, которые разъяснят условия участия самарского бизнеса при проведении чемпионата мира в 2018 году в Самаре. Самые выгодные места продаж на туристических маршрутах. Сейчас они еще формируются и благоустраиваются. В частности, исторический центр Самары, набережная. Продвигать во время чемпионата будут и маршруты, действующие в области. Наша основная задача не только провести чемпионат мира, но и чтобы болельщики увезли с собой информацию о самарском регионе, о тех маршрутах, которые есть, чтобы они посмотрели период проведения чемпионата мира, основные наши достопримечательности, и чтобы у них была возможность вернуться уже в последующие годы в наш город и посмотреть те достопримечательности, которые они не успели посмотреть. Предпринимателей не только научат жить, но и поддержат материально. Из областного бюджета выделят деньги на поддержку малого и среднего предпринимательства. А также уже в этом году действует программа поддержки гостиничного бизнеса. Сумма предусмотрена на создание и модернизацию гостиниц, санаториев и баз отдыха. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.